Концерт преподавателей музыкальных школ в День учителя – это уже традиция. На одной сцене собираются лучшие музыканты и певцы городского округа Воскресенск. Некоторые из них уже не первое десятилетие передают свои знания подрастающему поколению. Концерт педагогов – это своего рода экзамен, который показывает уровень мастерства и таланта тех, кто учит детей искусству. Ведь именно от таких учителей зависит, насколько хорошо ребенок играет на инструменте или поет. В этот праздничный вечер они покорили зрителей мастерством исполнения и умением держаться на сцене. Поздравить педагогов с их профессиональным праздником пришли и почетные гости. Глава администрации Артур Болотников и начальник управления культуры Елена Москалева. Ваш колоссальный труд, он дает свои результаты. Вы выигрываете в различных конкурсах, побеждаете на олимпиадах, и это очень важно. И как раз благодаря вам наши дети находят себя в своей жизни, и потом они могут применить себя в дальнейшем. Я хотел поблагодарить вас за этот колоссальный труд, пожелать вам мира, добра и, конечно, здоровья. С праздником вас! Уважаемые педагоги, пусть ваша работа приносит вам радость и вдохновение. Пусть ваши ученики с радостью, с удовольствием бегут в наши музыкальные школы на ваши занятия. Ведь музыка сопровождает нас всю жизнь. И в горе, и в радости мы слушаем музыку. Так пусть в вашей жизни звучат только чарующие, прекрасные, светлые мелодии. За плодотворный труд, профессионализм и педагогическое мастерство лучшие преподаватели были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от Управления культуры и администрации округа. Поздравления сменили музыкальные номера разных жанров. Каждый артист вложил в свое выступление частичку души. Со сцены лились знакомые мелодии из советских фильмов и скрипичные партии. Выступали дуэты и квартеты. Преподаватель и певица Ирина Шолина удивила зрителей арией на французском языке. Все самые известные, прекрасные арии, неважно на каком языке мира она написана, итальянский, французский, немецкий, всегда в основном о любви. Помимо маститых учителей, преподающих искусство, на сцене выступили и молодые педагоги. Алла Артамонова работает в детской школе «Элегия» первый год и в выборе профессии никогда не сомневалась. Профессия учителя, наверное, одна из самых лучших профессий. И я туда пришла по зову сердца. Мне очень нравится преподавать. Я чувствую, что вкладываюсь в будущее нашей страны. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят, и в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. Им не хватает этих встреч нечастых, и сколько бы ни миновало лет, случается учительское счастье из наших ученических побед. Виртуозное исполнение и высокий профессионализм педагогов получили большой отклик у зрителей, по большей части коллег. Но одно дело знать товарища по работе, другое – видеть его на сцене. Великолепный концерт, потому что выступают профессионалы, потому что звучит прекрасная музыка, потому что это происходит замечательный праздник, День учителя. Профессия учителя – это большая ответственность и тяжелый труд. Ведь именно педагоги воспитывают наше будущее. Будущее нашего города, будущее нашей страны. Прививая любовь к музыкальному искусству детям, они передают чувство гордости за нашу национальную культуру.
Юлия Тиунова, Руслан Полянин. Новости «Искра Вект».